Итак, друзья, пришло время для следующего шага в наших экспериментах по насыщению пространства чистой гармоничной энергии. Уже рассказывал про бифилярку, уже рассказывал про то, как все подключать, и про искровой промежуток. Теперь следующий шаг – это новый уровень совершенной энергии, который формируется высокочастотной, высоковольтной энергией внутри вот этой трубы. Чем больше диаметр, тем лучше. Ну вот у меня тут 11 сантиметров. На самом деле это не важно. 10-11 достаточно. У кого-то 9, у кого-то 11. Не суть. 9-11 это не масонский код. Я просто говорю размер. Если меньший диаметр, то там вихрь не будет иметь достаточную ширину, что ли. Поэтому кто может чувствовать, просто мысленно положите сюда ладошку, внутрь засуньте. Очень полезно. Пока без электронной схемы. С электроникой сделаю ролик, расскажу чуть позже. А пока смотрим, ощущаем. То есть вот неоночка горит, кто не видит, вот она, внутри тоже горит прекрасненько. Нам не нужно много, нам нужно слабенько, нам не нужны спецэффекты, искра и прочее. Достаточно того, что там внутри электромагнитный вихрь, который, собственно говоря, и колебает эфир. Он появляется и исчезает. Это дает замечательный эффект. Если сюда положить вот эту руку, вот, кстати, немножко искрит сначала. Если так взяться, то энергия идет первое время. И интересное ощущение. А потом держится и получается энергия идет через твое тело. Потрясающее ощущение, рекомендую всем. Так что мотаем катушки, обматываем первым толстым проводом, который подсоединяем, скажем так, искра до искрового промежутка. Провод должен дойти сюда. Все просто. Просто один из проводов от искровика пропускаем сюда. Это следующий шаг. По схематике, чтобы обойтись без печки и без бифилярки, но лучше, конечно же, сейчас с ними, потому что необходимо, чтобы энергия была не электрическая, чтобы она появлялась из эфира, несколько раз преобразовывалась и выдавала здесь определенные энергии. Тогда все будет очень мягко, гармонично и полезно. Целительно. Внутри можно воду настаивать именно вот тут и просто вот тут сидеть. Потрясающее ощущение, если минут 10-15 посидеть. Всем рекомендую. Добра.